Ну, базовое определение. Опять-таки, очень много проектов или там специалистов в этих проектах, которые просто, ну, неправильно понимают это определение. Поэтому есть там ГОСТовские определения, что такое надежность. Ну и самое основное с точки зрения данных, что числовое выражение надежности — это количество отказов в единицу времени. Обычно во всех справочниках это единица времени такая год. То есть сколько отказов этого компонента или оборудования в год является именно показатель надежности. Соответственно, обратная величина – это наработка на отказ. Эти данные нам нужны для того, чтобы спланировать наш ремонт с учетом возможного отказа во времени. Очень много методов анализа, в которых используется понятие надежности. Но я думаю, опять-таки, вы уже люди подкованные. Я не буду вам рассказывать там расшифровку этих терминов. Основные два метода – это RCM и RBI. То есть RCM — это в основном для динамического оборудования, RBI — для статического, то, что находится под давлением. Во всех этих методиках наработка на отказ либо надежность является сырьем для планирования, основным критерием принятия решений. Ну, еще раз, да, объект анализа — это система, ее функции и состояние системы. В RCM это описано. Такое вот как бы спорное определение или спорный пункт. Оборудование как материальный объект, как железка, является вторичным в данном анализе. То есть первичная функция, то есть с какой скоростью объемной идет там перекачка жидкости, с какой там скоростью идет нагрев охлаждения. То есть это вот первично с точки зрения анализа надежности. Опять-таки, анализ надежности — это такая универсальная методика. Сейчас развивается такая инженерная психология, область знаний, которая включает в себя еще и человек как элемента системы управления технической системой. Поэтому это универсальная методика, там человек-машина, медицина и технический вопрос, конечно.